пожалуйста. Смотрите, какой восторг. Кто-нибудь один из вас нам расскажет про игру? Мы 5 лет делали винегрет тоже с восточной тематикой. На 6-й год сделали оливье. И вот оливье все-таки зашло лучше. Приглашаем всех. Главный копатель. Потом передаем завхозу. Начнем. Дальше полковник. Отрыжечку. А дальше полковник. Приглотнуть. Проглотнуть. Дюка оставь. Давай, давай, давай. Дюк, шарочный. Прямо сразу. Я слышу, Дюк. А сейчас. Дюк. Поднимай, Дюк. Со специей. Вот, у нас нету фильма, поэтому мы решили снять видос, как мы едем на каршеринге. За рулем у нас... Не я, Димон. Димон, смотреть туда. Это заднее сиденье, придурки, блядь. Какую нахуй? Вы что, решили, что мы втроем машину ведем? Я только скоростью переключаю Лехи. Но это заднее сиденье, ребят. Это полбеды. А вот наш водитель, дрезанный. Кирилл, будешь переключаться? Где мой руль? Да, руль где? Да Дима, он рядом сидит, ты что? Бля, то есть это не коробка была, бля. Я тоже попался на эту удочку, когда Леха попросил скорость переключить. Я бы уже давно ушел. Ёбаный рот, пацаны, короче. Мы взяли этот ёбаный каршеринг, блядь, и нахуй, чтобы постоять в ёбаной нахуй пробке, блядь, вот в этой вот нахуй. Телочек. Зачем тут каршеринг, если везде пробки, скажите? Мы ведь можем так же пешком ходить, правильно? Да! Да! Я тоже не понимаю! Это же москвичи, они по-русски не понимают! Ты в Москве здесь, никто не говорит по-русски! Что? Да! Сейчас! Полтора! Полтора! Два! Все, два! Раз! Полтора! Полтора, блядь! Блядь, Дима, два. Все, Дима, хватит. Полтора. Полтора, блядь. Блядь, полтора. Ниже, ниже, блядь, ниже, блядь. Держи. Держай. 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 Раз. Все, раз. Блядь, блядь, Дима. Полтора. Полтора, блядь. Все, Дима, все. Полтора. Держим. Держим полтора, блядь. Полтора держи. Ну, давай. Давай, Дюк, перепиши! Ой! Стоп, синий бар! Да. Ой! Горишь, ну, блин, это как ты делаешь? Синий бар! Пошли! Пошли! Пошли там на живой бой, она будет! Мы обещали батл на ножах, сейчас мы его получим! Я гарантирую, по гранцы сегодня никому не проиграет. Посмотри на этого парня. Вы думаете, у него есть шансы? У него нет никаких шансов. Это смешно. Настоящие профессионалы дерутся только штык ножами. Как пойти с первого пацана? За первой кровь. По-моему, ваши шансы не равны. Все, поехали. Давай. 3, 2, 1. Дюк! Тоже в маске стесняется, потому что не хочет как бы сейчас раскрывать всех из своих козырей, но поверьте, сейчас мы стали гораздо опытнее и гораздо продвинулись в своих
боевых навыков. Поэтому, ребятушки, смотрите, вы видите. Дюк, сделайте грустные лица. И сейчас мы сделаем самый крутой командой. Чуть-чуть разберемся, чтобы стенд было видно. Да, потому что тут стена голая. Она нам не нужна. Ром, давай. Ром, давай, давай. Короче, ребятушки, заходите в нашу группу ВКонтакте. Строгёва, авангард, корпус ВКонтакте. Вы найдете ее легко, она открыта для всех. И для спасибо вас в том числе. Милости прошу. У нас там интересные видосики, там интересные фоточки. Вот. Заходите, пообщаемся. Ставьте лайки. Врач, отойдите, я врач. У него в легкие собирается водку. Как правильно сказал разведос, хер вы ее отсюда достанете. У меня за глотку повалила на пол, отобрала у меня сигареты, которые я до этого отобрал у нее. Но я считаю это несправедливо, потому что девушка будет некрасиво, согласитесь? Вообще, да. Я забыл о своей здоровье. Ты пиши видео, или ты опять сам себе ведешь дурачок? Пишу, покажи. Пишу. А, все, красава. Теперь, ребята, слушайте меня. Нам нужно найти эту падлу. И, короче, расквитаться с ней. Пошли. Надо ее искать, наверное. Начнем со второго этажа. Я чувствую, она где-то там. Я видел, как она убегала в ту сторону. Поэтому, ребята, сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Ищем там эту зверюгу. Я бы ее с радостью освежил вам. Здесь, короче, она обитает, вот в этом вот месте. Но сейчас ее здесь нет. Она где-то рядом, я чувствую ее запах, по запаху уже могу определить. Нужно быть осторожным, чтобы ее не спугнуть, проверим. Я пока ее не вижу. Ну ладно. Вон она, хозяйка сидит. Нет, это не та. А, хозяйка, да, хозяйка сидит. А этой вот, которая ползает, ее нет, поэтому нам нужно дождаться ее. Устроим ей засаду, да, точно. В этом деле самое главное быть осторожным и всегда быть начеку. Поэтому мы включаем режим стелс. Видишь этого парня? Посмотри на этого парня. Он... Мы включили режим стелс. Посмотри на этого парня. Он нас не видит. Это режим стелс. Я называю его. Блин, мы обошли уже весь дракон, но пока так и не нашли ее. Но я чувствую, она рядом, я чувствую. Она должна быть здесь. Нам нужно пройти еще один круг. Я уверен, в этом мы ее найдем. На этом я пока с вами прощаюсь. Смотрите вторую часть в поисках Кикиморы. Ах, конечно! Парни, я видел там видео, когда начинал все сюда. Да, да, именно вот так. Непосредственно. Отличная идея. Пойдемте сфоткались с разведосом, да? А то мало фоткались с разведосом. Ну, в форме-то не фоткались. А теперь мы подходим к нему. Здравствуйте, Александр. Так, давайте, кто в эфире, кто за то, чтобы в 60-й раз сфоткать Дюка с разведосом? Ставьте лайк, если любите разведосом. Плюс.